Ha detto tu sei pronta per cambiare.
hanno capito tutto, quando sei girato te su. Cioè io sono un po' via, cioè stavo a metto, step by step. Attenzione! Маленький фильм, я же выкладываю сразу. Тут же Феллини подрастает. Ну, блин, она сразу в Фейсбуке надоела. Я Фейсбук никогда не выкладываю. Никогда. Я Фейсбук никогда. Я инкогнито, люблю инкогнито. Я фильмы посылаю по имейлу только. Она вообще отправляет по всему миру твой. Да я знаю, она все смотрит там 26 этих. Память. Подождите. В лагере бедных. Нет, это знаешь, это антисептик для рук. А это хорошо. Это против вирусов. Надо руки. Да. Хочешь это убить бактерии. Надо руки помыть. Так. Света, хорошо, что в школе надо руки помыть для детей. Да. Когда на каникулы? А где моя любимая парикмахерская пропала? Она во Владикавказе. Да. Монастыре. А? Монастыре. А, это? Альбина. Альбина? А Вика из Турагенска. А я Вику не знаю из Турагенска. Была в Неаполе, знаешь? Кто? Я. И я была? Вы встречались? Да, потому что она у Стефании, потом собирали Вот он.
Не-не, мы сейчас уже подходим к месту, там рыночная зона начинается уже. Ты что, снимаешь? Ну, а то. Вот это президентский дворец. Президентский дворец. А вот это парк, где собираются гомосексуалисты, кстати. Да, вот сейчас... в этом? Да. Сейчас на вечеринку пойдем. Надо зайти. Бери от жизни все. Ну, в смысле, это уже идет природа. Да, да. В этом плане, у нас сомнений, в том плане есть, здесь нет вопросов. А у вас какое мнение, в конце концов? Мне нравится, тайчи всякие делают. Метро Тайбэя. Очень приятно. Как называется? Что там? Меня не снимают. А у вас есть это что? У меня что есть, надо? Сейчас Лене купим. Подожди. Давайте купим. Вон идем, подходим. Куда? Тут? А, автомат? Не, не к автомату, вон к тетеньке. Я взял на весь день. А. Не знаю, вы... Нет, какой лучше брать? На весь день? Да, Йоншан. Это Йоншан. Йоншан, Йоншан. В следующий раз приедешь. Надо брать пример с Аранца. Аранца когда? Аранца здесь уже 20 раз. Она уже 6 раз была, по-моему. Да. Ну, как я приехала, так она и приезжала. 5? А где это, кстати, Аранца? Ами? Ну, Ами, Ами. Ами в Америке. Ты с ней общаешься? Опять. Сейчас я спросил книгу, но может быть напишешь? Не о чем писать. А когда ты сказал, мне науке нечего сказать. Ну, все равно нечего. Бахтины уже все да сказали. Из пальца высасывать. Все, мир, пища к Богу. Вот это храм Конфуция. День рождения Конфуция 28 сентября. Да. Это день учителя в Китае, на Тайване. Его, значит, а? Здесь бывает очень, да, очень чтут, очень чтут. Здесь бывает очень красивая такая церемония. Да. Студенты просят хороших отметок у него. А, да? Да. Можно записочку оставить, кстати. Попросить пятерочку, защититься там. Вот, кстати, смотрите, вот здесь оставляют это. Записочку можно ему оставить. Только с учебой, да? Ну, связано с учебой. Можешь с книгой оставить. А там, посмотри, там, ну, какие-то, в смысле, ну, он-то, он обожествлен же, хотя он же не бог, он философ. А, он философ, да? Конечно. Ты читала его? Нет. А, нет, читала, он такой, жена-ненавистник, ты знаешь, женщина на кухне, да.
Женщина на кухне, вот у него как. Женщина для ублажения мужчины. Там. Вино поднести, пока они обсуждают что-то. Да. Ну как тебе, Ленок, понравился храм Конфуция? Да, понравился. Записочку написала, нет, чтобы докторскую защитить. Магазин, здесь сувенирный магазин, но он дорогой, можно даже не тратить свое время. Это сувенирная лавка. Ну да, это даосизм. А это не наука доказана. А я не знаю, может быть, это исторически тысячелетиями как-то принимали, может, правда помогает, я не знаю. Своему другу подари пару литров. Что снимать? Блин, я не люблю снимать. Ну, маленький фильм для... Получается такой документальный фильм National Geographic. Отправились. Кате, тебе, не, Лене. Не, я не хочу. Что? Не снимай, меня я не люблю. Я вот Лене тоже фильм взяла, как она радовалась. Ну память все равно. Что так прошел и забыл. А это знаешь как? Нет, это тоже как бы... Приношение. Да, да, это приношение. Видимо, они ставят. Слышь, как им свечи, так они эти благовония, да? Здесь, кстати, какие-то праздники бывают, то тоже столы вот так ставят, и туда и еду приносят, типа освещать что-то. Храм, да? Это же... Нет, почему? Я же тебе сказала, это кого? Детей у кого нет? Японская подруга говорит. Да, да, ты бездетные пары. Ну, можно вот свечечку. Хотя нет, просто мысленно спроси. Да, да? Да, можно не ставить ничего. Может, мы тебе, Ленок, жениха прям тут найдем? Помолилась и сразу. И так сказать, сразу молитва услышана.
Сходи. Сейчас, сейчас. Все снимаем? Маленький. Я же монтирую потом. А? В Ютубе. Кусочки в Ютубе. По 3 минутки, по минутке, а потом есть такая программа, она сжимает в один маленький фильм. Поэтому у меня там 5-10 минут. Да, у тебя там много фильмов. Много, у меня есть по часу. А то. Вы в кафе, Нерва, в центре Тайваня. Центральная самая такая хай-стрит тайваньская. Что удивительно, молодые лица. Это улица для молодых. Очень молодежная. Я тебе выпивки расскажу. Очень приятная. Джой рассказала. Джой как бы кладет всяких историй. Жопа ТВ. Сейчас я. Один большой рынок. На каждом шагу. Да. Такое впечатление. Мы находимся в центре Тайбэя. Как называется улица Свет? Ну, это Синэн район. Называется район Синэн. Да. Молодежь. Молодежная улица. Молодежный район. Вот, посмотрите, шмотки рядами. Вот это наш университет, Национальный тайваньский университет. Ой, дождь, смотри. Идет тайфун. Так, хорошо. Это центральная аллея, да? Хорошо, давайте. Так. У нас казак. Здесь все одно это здание, да? А? Одно здание? Нет. Это город. Вот это реальный город. Вот там. В конце библиотека, в конце Пальмовой аллеи. Там библиотека. Вот Италия. 39. Я не знаю. Потом 3-3-3. Ага. 2-4-3. Угу. 8-3. Угу. 54. Угу. Ну, это мобильный, да? Да. Прикиньте номер. Это мой телефон. Луич, смотри, что ты говоришь, Лиза. Светочка. Вот так. Блин, уже... А. Когда познакомились? Лет 20 там. Лет 20. Она нам на пенсию. А я еще студенческий. У меня сейчас студенческий билет. Знаешь, я по студенческому езжу на метро. Еще? Еще. А, по Тайбэю? По Тайбэю, да. Поэтому скидки всякие. Серьезно? Серьезно, я же 3 года была студенткой. А что, можешь... Остался у меня, он как-то вот ну, так. Ну, год продлевается. Бать, тебе написать будет телефон? Да, обязательно. Еще, да. Если это, ну, там конференция какая. Да. Коммунисты Манчестера. Извиняйтесь, коммунисты. А, извиняйтесь, да? Коммунисты. Ну, может, коммунисты Манчестера конференцию про российскую конституцию захотят проводить. Да, конечно, там же... Коммунисты всех стран, извиняйтесь. Это кто-то говорит? Все, запишу, дай мне. Так, подождите. Лина. Манчестер. Не, напиши из банды Света. Че? Манчестер. Из банды Зарецкой. Скажи Пушкин. Света Че? Пушкин. Лиза, Света Лиза, Пушкин. На английском. Скажи ему, что. Да, надо. Скажи, что надо делать. Ты помоги, слушай, помоги, куда нужно. Скажи, и right, left. Атаки, атаки. Блин. Смотри, гости, атаки. Лена Симс. Значит, код Англии 44. А, спасибо. А у меня друг в Лондоне, старый друг. Ты не помнишь ник? Нет, ник. Нет, не помню. Он был в 90-м году.
Так, на вантике. Ну, а спасибо. С любовью из Манчестера. Не-не, я сейчас сфотографирую эту ручку из Манчестера. О, спасибо. Еще раз со мной. Так. Это что, твоего университета? Да. Так, Лиза, это тебе будешь писать, эта ручка будешь умная. Провинциальный университет. Ох, если бы так можно было. Так будет. Как art language? А это такое направление? Какое? Art language and culture. Да, это в университете. Я себя снимаю. О, ну красиво. Я снимаю себя. Красавица. Знаешь, Света, сейчас вы больше побольше друг на друга с сестрой. Биди Бикашо. Так. Там ужас внутри света. Много там людей? Слава Я ему лопить.
с вами. Ну, я отправила ему песню. Прямо. Когда он меня присоединил на следующий день. Что он решил подружить с тобой? Да, он меня принял в друзья. А, вживую? В друзья с ним же принял. Понятно. Он знал про тебя, я просто интересуюсь, что он с любым другом. Они пришли к нам, я их послала. Я послала песню Диам. Не получилось. Он не смотрел просто. Я могу еще раз посылать. Это просто кофе. А, симпатичный такой. Да, симпатичный. А, будет еще хуже. Еще хуже будет, жарче. Конечно, жарче. Июль-август жаркий. Давай. Вода на жизнь. Нету? А вот, а это не вот там? Не вот эти такие? Это тоже, да. Это просто вода.
Вот Лена гадает. Да, получилось, да? Открылась она. Надо, чтобы они были не так вот открыты. Теперь мы читаем бумажку. Николай, можно теперь прочитать, что там ждет? Перевести. Я не понял. Перевести, что там написано? Позитив или негатив? Почему общее содержание? Замуж выйдет? Ну что, это жизненно, Лиза. Ты еще маленькая. Я шучу просто. А там эти, когда праздники, складывают фрукты, овощи, как у нас причину, вот это. А, тут красиво. Это поминальные. Много людей не будет. Так. Давай.
классный. Клади в нашу сумочку. Я пока сюда. Ну ладно, клади. Ну потом выбери, потом выбери. Ладно. Отлично. Я опять так не нашла. Мам, смотри опять. О, отлично. Покажи, что я нашла. Не собираюсь. Покажи, что я нашла. Городочек. Для счастья как будто, да? Не знаю. Или для удачи. Помнишь эту собачку тоже? Жулька. Жулька. Жулька в Москве. Жулька. А вот там вдалеке есть, если пройти, там есть маяк. Так, вот аппарат. Да, это звук. Это... Я знаю, что это, не знаю, как по-английски. Что? Тык. Чего? О, пойдем туда, там можно сейчас подумать. Лучше не надо. Цикады это как по-русски? Сверчки? Спасибо, ну ребенка пошла. Спасибо. Вот мы на джазовом фестивале. А мы прилегли. Мы смотрим, да, посмотрим. Леском немножко прилегли на травку. В ожидании концерта. Здрасте, скажи. Вот мы. Вот и мы. На джазовом фестивале.
Thank you.
внизу вообще не видно в темноте. Thank you.
Thank you.